Здравствуйте. Добрый вечер. Рада знакомству с вами, Александр. Спасибо не большое. Так часто у нас представители Гагаузии в эфирах. Да, очень приятно. Тем приятнее, да, мне с вами будет говорить. Чем сегодня живет Гагаузия? Гагаузия живет сегодня, наверное, как и все регионы Молдавии, естественно, своими целями и задачами, проблемами. Люди буквально совсем недавно прошли президентские выборы, и президентские выборы, на президентских выборах гагаузский народ особо отличился, очень высокой явкой и очень серьезным показателем. То есть за одного из кандидатов было отдано почти 99% голосов избирателей. Это серьезный показатель и показывает о том, что Гагаузия живет сегодня единством. Единством духа, единством мнений. Ну, как говорится, дружный и очень хороший народ. На самом деле, президентские выборы показали, что гагаузы действительно смотрят все в одном направлении и проголосовали подавляющим числом за Игоря Дадона. А что так прельстило именно в этом кандидате? Какие его обещания? Что так вот понравилось гагаузам, что они почти 99% проголосовали за него? Ну, во-первых, наверное, начнем с человеческих качеств данного кандидата, уже ныне президента Республики Молдова, избранного президента Игоря Николаевича Дадона. Это человек, который не раз был в Гагаузии, и не в прошедший год-два, он Гагаузию знает уже очень давно, и в 2000-х годах, середине 2000-х, когда работал в правительстве, очень много проектов было реализовано, очень много людей знали его как честного человека слова, человека, который держит свое слово, и те цели и задачи, которые он ставит перед собой, он идет к ним последовательно. Ну, естественно, конечно, еще данный выбор был обусловлен внешнеполитическим, геополитическим вектором. Ведь всем нам известно, что в 2014 году в Гагаузии прошел референдум, на котором четко гагаузский народ ответил на два вопроса. Что он желает, чтобы Республика Молдова была независимой страной. И именно это пропагандировал в первую очередь Игорь Николаевич Дадон. Но независимым не имеется в виду... В каком вот плане вы имеете? Чтобы наша страна, наша родина не вошла в состав случайно какого-то соседского государства. Да. На гагаузам уж точно не хочется. Сегодня, как говорится, мы имеем свой двор, знаете, по-простому говоря, мы имеем свой двор, сегодня приходит тебе сосед, говорит, нет, это двор не твой, это наш. Угу. Мы совсем этого не хотели, и Игорь Николаевич, в лице Игоря Николаевича мы видели такого защитника нашего двора, защитника наших интересов, именно в плане независимости нашей родины и автономии, и вообще в целом всей страны. Ну, и, конечно же, обусловлено тем вектором внешнеполитическим, которого придерживается Игорь Николаевич. Это дружба с нашим вековым старшим братом, партнером. Это Российская Федерация, Евразийское Содружество. На референдуме то также в 2014 году гагаузы проголосовали. И данные в программе Игоря Николаевича было четко обозначено, что максимально свои усилия Игорь Николаевич Дадон направит на дружбу, на восстановление этих отношений, этих экономических связей с Российской Федерацией, Евразийским Содружеством. То есть нам приятны такие вещи, и мы уверены в том, что они способствуют развитию всей нашей страны. Не только автономии, в частности, но и всего государства нашего молдавского. А вы считаете, если бы победила Санду, то молдо-гагаузские отношения не развивались бы как-то по-другому? Вы знаете, я вот... Это как, вы знаете, для гагауза это было бы как в страшном сне, что победила Санду. И говорить, как развивались бы отношения, не хочется, потому что, во-первых, все жители Республики Молдовы, молдаване, украинцы, болгары, русские, гагаузы, мы всегда жили дружно со всеми. Мы никого никогда не делили ни на какие нации, ни на какие ты с того города, мы с этого города. Нет, мы с автономией. Мы такого никогда не хотели и не видели. И говорить о том, чтобы Санту победила, и все, мы сразу там не общались бы, допустим, с жителями Кишинева, то же самое. Это как-то не сходится в наших пониманиях. Мы готовы, но мы готовы в рамках своей страны. И четко с нашими целями и идеями, которые мы видим перед собой.
Вот вы говорите о единстве, а все-таки разная явка была на выборах. Смотрите, в первом туре она была ниже, чем во втором. Чем это обусловлено? Почему только ко второму туру? Вот, хорошо, так я считаю, люди вышли голосовать. Да. Чуть-чуть меньше, чем на том референдуме, о котором вы говорили, но все-таки да. Это приличные цифры были. Есть несколько факторов того, что в первом туре такая низкая явка была. Ну, во-первых, давайте скажем то, что гагаузский народ с уверенностью смотрел на победу Игоря Николаевича с первого тура. И знаете, не было такой душевной мобилизации у каждого человека. Все, я обязательно должен выйти, потому что это... То есть немножко фионили, думали, да. Потому что это нам обеспечит 100%-ную победу. Угу. Знаете, как-то вот, когда народ увидел показатели первого тура, граждане нашей автономии очень серьезно задумались о будущем, о том, что нужно проявить максимальную активность во втором туре. Кстати говоря, во втором туре максимальную активность в президентских выборах проявила Башкан Гагаузи Влахирина Федоровна, угу. которая активно подключилась к избирательной кампании, призывала граждан выйти и отдать голос за Игоря Николаевича Дадона для людей. Избранный Башкан, это глава Гагаузи, тоже является очень серьезным авторитетным мнением. Люди прислушались, мобилизовались. Вот эти факторы, которые они сложили все воедино кулак, который гагаузский народ проявил на выборах второго тура 13 ноября. Мы четко показали, что можем сделать и явку высокую, около 68 тысяч, это на 2-3 тысячи меньше, чем на референдум, да. И 99% почти. Ну, на самом деле, многие вот тоже связали такой успех Игоря Дадона еще и такими личными хорошими отношениями, которые установились между Башканом Гагаузи и избранным сейчас уже президентом. Потому что мы помним, что когда были парламентские выборы, тогда Игорь Николаевич высказался за избрание Ирины Федоровны. Сейчас как бы башканские. Да, башканские, да, выборы, да. Да, башканские выборы. А сейчас вот как бы она высказала своего поддержку. Так, да? Да, это... То есть личное отношение. Это сохранит. И личное отношение. И я уверен, Игорь Николаевич, высказываясь в поддержку Влахирины Федоровны в момент башканских выборов, он и придерживался такого мнения государственника, потому что гагаузы это тоже граждане и жители Республики Молдова. В тот момент Игорь Николаевич был депутатом парламента, угу. одной из председателей самой крупной партии в стране оппозиционной, и личное отношение, естественно, и отношение того, что Башкан Гагаузи может сделать, именно этот кандидат Влахирина Федоровна может сделать для гагаузского народа позитивные плюсы, шаги, и обусловилось его поддержкой, что тем, что он видел, что именно Ирина Федоровна может сделать для гагаузского народа положительно, очень много положительных дел. И то же самое получилось и обратно, можно сказать. И личное отношение, Ирина Федоровна четко поняла, что гагаузскому народу необходим, и всем молдавскому народу необходим такой президент, как Игорь Николаевич. А каких решений в отношении Гагаузии вы ждете от Игоря Дадона? Я сейчас о чем говорю? Вот смотрите, он говорит все больше, да, о необходимости федерализации Молдовы. Вот каких решений в ближайшем будущем вы от него ждете? Ну, федерализация Республики Молдова – это такая вот, на самом деле, очень серьезная вещь, которая интересует, непосредственно интересует каждого жителя гагаузской автономии. Угу. Мы, мягко говоря, мы мечтаем об этом, о том, чтобы наша страна опять стала единой. Ведь по мнению Игоря Николаевича Дадона, что в федерацию должна войти и Приднестровье. Да. Это было бы очень неплохо. В целом, он сказал, что он готов, да? Да, в целом для всей... Приехать уже в Тирасполь, да, как говорить. Естественно. В целом для всей страны. О том, что гагаузский народ, это, смотря... как в законе будет все прописано, о федерации, о статусе федеративных объектов, какой количественный состав депутатов будет представлен в парламенте. Это все законодательные вещи, которые будут регулироваться при создании данных всех нормативных актов, законов, для того, чтобы наша страна стала федеративным, федеративное устройство государства у нас велось. Ну, естественно, чего мы ждем еще, кроме как федеративного устройства государства, Игоря Николаевича, это... Вот этот запрет унионизма. Это такая вот одна
мы очень щепетильно относимся к этим выражениям, этим высказываниям. Нам это не очень. Я знаю, что гагаузы участвовали в тех протестах, которые были зимой, и тоже поднимали эту тему. Естественно. Следующего, чего ждет гагаузский народ, очень серьезно, я опять повторюсь, это возобновление хороших и теплых отношений с Российской Федерацией. Ведь мы сегодня все четко понимаем и видим, что и очень большие сложности в экономическом плане, в плане торговли, экспорта, импорта и так далее. Очень большие проблемы даже с нашими трудовыми мигрантами. Ну, не будем говорить мигрантами. У многих наших людей в России есть родственники, кто уже там живет. Это чисто историческая связь. И сегодня обычный гражданин Республики Молдова, даже гражданин Гагаузии, да, допустим, нашей страны Молдавии, приезжает в Россию, и за маленькое нарушение правил дорожного движения он получает выдворение. И мы хотим, и мы... опять же скажу, мечтаем, я буду говорить такими словами, потому что на самом деле это у каждого нашего жителя в сердце, чтобы не было таких больше проблем, что наш человек взял свой молдавский паспорт спокойно за гран и въехал в страну и не знал, что у него будут проблемы, что он должен бояться Федеральной миграционной службы на каждом углу, и знаете, это этот факт очень судя важен. Судя по всему, этой вашей мечте очень вероятно, да, что суждено сбыться, потому что вот Игорь Дадон заявил, что он на встрече с президентом поднимет тему, да, амнистии для тех граждан. Так? То есть, мне кажется, да и сам факт визита Игоря Николаевича после, еще даже не вступления в должность, а только после выборов, он все-таки сдержал обещание, приехал в Гагаузию. Наверное, вас это тоже должно было воодушевить. Да, это, естественно, показало его отношение к гагаузскому народу. Та благодарность, которую он проявил. Он посетил Башкана Гагаузии, где в личной встрече поблагодарил ее за поддержку. Естественно, это очень приятный такой шаг. Я уверен, Игорь Николаевич уже в должности, в официальной должности президента Республики Молдова будет посещать нашу гагаузскую автономию еще не один десяток раз. И четко и дальше, и в дальнейшем, так же, как он сегодня слышит, и прислушивается и решает проблемы гагаузов, он будет продолжать и дальше, потому что мы все четко понимаем, что президент, в руках президента очень много различных рычагов влияния и финансовых, и административных. Президент может решать проблемы, те, которые интересуют гагаузов. Не только... вот в отношении финансовых не очень уверена. Потому что я знаю, что для гагаузов всегда стоит вопрос, как финансируется автономия. Да, они всегда что на этом имел, настаивают, что, имел что в виду? Это должно быть прозрачное финансирование, что гагаузы сами, знаете, на свой бюджет работают и должны иметь право пользоваться всеми своими благами. Да. Естественно, что я имел в виду в плане финансовой поддержки, мы даже говорим о восстановлении экономических, серьезных тех на самом лучшем уровне экономических связей с Россией. Это позволит нашему мелкому и среднему бизнесу восстанавливаться. И опять же мы говорим о том, что в каждом доме начнут потихонечку восстанавливаться достаток. Ведь мы сегодня четко понимаем, что кризис уже очень больно ударяет по каждому жителю автономии, и люди с каждым днем вынуждены уезжать в поисках заработка. Мы не хотим уезжать никуда. Мы хотим жить и развиваться в нашей стране, в нашей автономии, в нашей Гагаузии, в наших городах, селах. Но для этого нам нужны условия. И я уверен, что такой президент, как Игорь Николаевич Дадон, постепенно приведет нашу страну к лучшим результатам. Мы говорим и о досрочных парламентских выборах. Мы, кстати, об этом тоже очень много и долго думаем. О том, что да, мы увидим, что. То есть, хотите сказать, что в Гагаузии тоже очень сильные настроения людей за то, чтобы этот парламент досрочно закончил свои полномочия. Естественно. Так, вы уверены в этом? Да, я могу сказать, не за 100% каждого гагауза, да, потому что это будет неправильно, но из того, что я слышу ежедневно на встречах с людьми, мы работали на всей территории автономии Гагаузии, Камрадского района, Луканевского, Чедлунского, мы где бы ни встречались, в селах, в городах, мы слышим эти мнения и о том, что нашей стране необходим новый парламент, необходимы досрочные парламентские выборы, дабы обновить состав парламента, который в дальнейшем бы четко избрал новое правительство и которое бы уже, естественно, как мы говорили, о финансовых рычагах воздействовало и четко бы все было бы так, как оно должно быть. Выборы в Гагаузии прошли президентские, и снова да здравствуют выборы, потому что я знаю, что сейчас в Гагаузии проходит предвыборная кампания по выборам в
парламент Гагаузии, скажем так, народное собрание Гагаузии. Вот скажите мне, пожалуйста, люди, которые претендуют на эти должности, вот большинство сейчас из них – это независимые все-таки кандидаты, либо от партий достаточное количество людей хотят пройти в этот парламент? Давайте я вам скажу, что не лукавя, в большинстве своем это независимые кандидаты, но есть очень сильное представительство и партийное. Да. Я вам хочу сказать, что партийное представительство представлено и партией социалистов Республики Молдова, 21 кандидат. Наша партия, там уже точно не знаю количество, там около 10-15 вот этого. И есть еще кандидат от Демпартии, это один единственный кандидат, который выдвигается. Но в большинстве своем, естественно, наш гагаузский избиратель, именно на выборах в Народное собрание, у нас они проходят по одномандатным округам, они выбирают, в частности, независимых кандидатов. Частенько такое происходит. Да, но вот исходя... Это тренд такой в Гагаузии? Вот я хочу понять. Вы знаете, я бы не назвал бы это трендом, я бы назвал бы это такой традицией, которая на этих выборах может немного пошатнуться. Да. Потому что кандидаты, те, которые сегодня идут по спискам партии социалистов, я буду говорить за ту партию, которую представляю, я четко могу знать и говорить об этом. Те кандидаты, которые представляют, они ничем не хуже независимых кандидатов, в многих вещах может даже и лучше. И гагаузский народ сегодня четко начинает понимать, что партийный кандидат может имеет очень серьезную команду, имеет серьезную политическую поддержку, ту поддержку, которая позволит реализоваться этому кандидату на своем избирательном участке, и не только на своем избирательном участке, но и в целом в Гагаузии, в Народном собрании, в деятельности, поможет реализоваться с большей силой, потому что есть очень серьезная поддержка. Есть серьезная поддержка сегодня, мы уже четко понимаем, президента страны. Есть четкая поддержка всего аппарата, ведь очень крупной парламентской фракции партии социалистов, всего аппарата. Ведь мы все, нам всем известно, что партия социалистов отличается очень серьезной структурой и профессиональной структурой, где присутствует и вертикаль, и горизонталь власти, то есть везде присутствуют и серьезные специалисты, экономисты, юристы. Любой из наших кандидатов и в дальнейшем депутат уже с Божьей помощью, чтобы прошли наши, с удовольствием бы, конечно, может обратиться за помощью не только, знаете, как у нас там принято, за финансовой, но и за юридической, за экономической, какой, каких-либо проекты, вот реализация. Это все возможно одной большой сильной командой. Независимый кандидат, да, есть независимые кандидаты, харизматичные, сильные, которые могут прийти и сказать, договориться. Но есть кандидаты, которые, вот он 4 года находится в Народном собрании и находится ради того, чтобы, я, конечно, извиняюсь, но просто поднимать руку и быть в какой-то где-то коалиции, защищать чьи-то уже интересы. Вы тоже решили баллотироваться в Народное собрание. Мне интересно, почему? Потому что, насколько я знаю, вы занимаете сейчас должность вице-мэра Камрата. То есть это серьезная работа. И тем не менее вы решили попробовать свои силы и на законодательном поприще. Почему? Ну, начнем с того, что, да, являюсь вице-мэром Камрата и занимаюсь в своей сфере работа моя, это социальная, юридическая сфера работы. И я вижу ту трудность людей в плане социальной уязвимости, и что данные вопросы можно более эффективно решать на законодательном уровне, обладая такой серьезной поддержкой, опять же, возвращаясь, поддержкой партийной и командной. Я обладаю багажом знаний юриста, юридически, законотворчества. То есть я очень много лет посвятил юридической науке, постоянно пытаюсь развиваться, как это получается, являюсь магистром права. И мне хочется реализовать себя как законотворца. И не только, вы знаете, Народное собрание – это Народное собрание – это политика. Это политика, да, это парламент. То есть это уже, получается, заниматься политикой. Вам интересна политика. Да, естественно. Но я вот хочу одну очень серьезную деталь подчеркнуть. Народное собрание, да, это законотворчество, это политика. Но и народный депутат
это, мягко говоря, помощник дворника, помощник местного органа власти, примара, мэра, советников, который должен находить и выбивать определенные деньги, финансовые гранды для реализации тех или иных проектов в том населенном пункте, в том округе, который он представляет. И сегодня мы четко понимаем, что если в связке будет работать депутат с местным органом власти, тот резервный фонд, которым он обладает, теми политическими, о чем вы сказали, именно политическими связями, которые позволят привнести ему проект определенный. Да, у нас сегодня большая проблема в городе, у нас отсутствует, в большинстве районов отсутствует канализация, очень большие проблемы. И сегодня этим вопросом надо заниматься. И этим вопросом надо заниматься, я вам так прямо скажу, да, и на политическом уровне, потому что надо искать серьезных политических покровителей, которые бы смогли бы в наш город внести этот проект очень крупный, финансовый, партнеров найти. А будучи сидеть, думать только о том, что как заниматься, ну там, да, гармонизация законодательства и так далее. Это очень серьезная работа, этим надо заниматься. Но не нужно забывать о том, что ты помощник того дворника, который должен навести порядок в твоем населенном пункте, да и в целом в Гагаузии. Помощник дворника – это хорошее такое сравнение, а я спрошу вас откровенно, вы все-таки думаете о политической карьере? Вы знаете, я стараюсь, пока я молод… Ну почему же, вы смотрите, плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. Сейчас, может, у вас есть такие Я отвечу, пока я молод, я хочу развиваться во всех направлениях. Пока у меня есть сила и энергия, я готов развиваться и на политическом классе. Я являюсь руководителем партийной организации партии социалистов Камрадского района. Я очень активно проявлял свою гражданскую позицию в этой протестной зиме, которая была, что мы постоянно палаточные городки и так далее, мы участвовали в митингах, да, мы занимались политикой. Мне это очень нравится. Но я четко понимаю, что нельзя разделить политику от социальных проблем. Это все единое, и человек должен не заниматься только одной направленностью. Я, пока есть силы, я готов заниматься всем. Пока есть возможности, пока есть хорошая команда. Дай Бог, чтобы вам сил хватило тогда всем заниматься. Хорошо, вы же юрист по образованию, вот станете депутатом Народного собрания. А какие законы вы намерены предложить? Вот вы знаете, на самом деле, меня больше всего интересует на данном этапе это гармонизация нашего законодательства Гагаузии с законодательством Республики Молдова. Ведь мы все прекрасно понимаем. Ну хорошо, вот что конкретно вы будете гармонизировать? Вот давайте, давайте я вам четко скажу. Мы говорим о законодательстве в целом. Смотрите, сегодня любой нормативный акт, принимаемый на территории АТО Гагаузии и принимаемый на территории Республики Молдова, они в сферу действий своих начинают сходиться. И где-то тот законодательный акт, который был принят на территории автономии, он является, мягко говоря, мертвым. Он не действует, потому что действует, согласно иерархии законодательства, действует законодательство Республики Молдова. И дабы избежать вот этих всех нюансов, вот этих всех законодательных пробок, ошибок, нужно четко понимать, какие мы рассчитываем, на какие законы мы рассчитываем, на сферу действия этих законов. Да, мы говорим о законодательных актах, которые вот мы хотим четко видим, которые мы хотим четко принять первые. Ну, допустим, хочется принять законодательный акт и поработать над этой проблемой о социальном. Вы знаете, у нас вот есть закон о жилье, да, и четко мы видим сегодня о том, что идет социальное жилье необходимо, да, для граждан. И хочется принять дополнение о социальном жилье именно на территории автономии Гагаузии. Потому что сегодня мы привлекаем специалистов в гагаузскую автономию, молодых специалистов в школы, в государственные предприятия, и мы должны обеспечивать их определенным жильем. И мы должны создавать условия, да, допустим, элементарно говоря, сегодня продается земельный участок при мэрии, под строительство коммерческого объекта. Создавать такие условия, создавать законодательные условия для того, чтобы определенные, да, строится дом, определенные квартиры, да, отходились государству, отходились местному органу власти. Все это, чтобы четко законодательно было закреплено, вся процедура. И чтобы это действовало, да, допустим, четко на территории гагаузской автономии, административных единиц гагаузской автономии. Вот эти моменты, это одни из таких вот вещей, которые хочется продвигать и развивать. Да? Сегодня есть закон, он регулирует, но его нужно четко направить. Сегодня человек начинает понимать,
Вот мы продаем, начинается, есть закон о частно-государственном партнерстве, о которых, вот я говорю, можно сделать это социальное жилье, но он немножко замудрен и сложен. И все это, дабы облегчить, и чтобы местным органам власти стало проще и легче, нужно заниматься этими всеми вопросами. Это не только, как мы говорим о, там, о социальном жилье, и полностью и об экономике можем поговорить, и можем поговорить, меня очень сильно волнует социальная сфера, незащищенность наших граждан, инвалидов, детей, сирот оставшихся. Сегодня нужно на законодательном уровне еще более крепче закрепить их права, обязанности, их статус, их незащищенность в нашем обществе. Вот такие моменты, это тоже необходимые, где законотворец должен проявлять себя. Я вот вижу ваш такой оптимизм и такое желание много чего сделать, в хорошем смысле этого слова. А семья вас ваша поняла, когда вы решили, вот, что вы будете и там, и там, и там, и вот все вам интересно? Как у вас есть поддержка? Я вам хочу сказать, что у меня очень хорошая семья. Спасибо. Я каждый день благодарю. Я человек верующий, православный. Я каждый день благодарю Бога за то, что этот день начинается, этот день заканчивается. И благодарю Его за свою семью, за тех членов, за супругу, за мать, за родителей, за всех близких моих, которые рядом со мной, которые поддерживают меня в трудную минуту. И я по натуре такой человек. А были уже трудные минуты? Вы уже успели хлебнуть всех прелестей предвыборной борьбы? Естественно. Да, например. Что было такого, что вы просто вот... Вы были страшно поражены, неприятно, и вас это разозлило, может быть. Я страшно не поражаюсь, начнем с этого. Да, вас уже сложно удивить в таком возрасте. Вы знаете, это жизнь, и ко всему надо быть готовым. Самое страшное, что может быть в жизни, извините за такое... За такой черный юмор, это когда на крышку гроба падает земля. А все остальное можно встать и пойти вперед. Можно встать и начать заниматься, неважно, как ты упал. Самое главное, чтобы у тебя было желание встать и пойти дальше. Двигаться постепенно к своим целям, задачам. И именно в этих вещах необходимо, вы правильно задали вопрос, необходима семья. Потому что ты возвращаешься домой, ты возвращаешься в теплый очаг, ты возвращаешься в понимание. Даже когда ты, может быть, где-то злой, тебя стараются успокоить, тебя стараются понять, направить где-то по-семейному. А у вас много конкурентов в этой компании? Как вот? Электоральных конкурентов в моем округе нас всего 5 человек. Это 4 конкурента, человек, да, у меня. Так, Поработать нужно серьезно. И я уверен, все конкуренты, вы знаете, это тоже, как и мы, люди. Они тоже идут с определенными целями, задачами. Они тоже хотят, может быть, привнести что-то новое. Но и сам избиратель должен понять, посмотреть на каждого из нас и услышать. Самое главное, услышать, что мы можем и как мы это можем сделать. С какой поддержкой, с какими целями, с какими задачами. Вот эти моменты должны наши граждане распознать в каждом человеке. Не проголосовать за человека, потому что он сосед. Или потому что он друг. Да, это, конечно, тоже серьезный фактор. Но осознать, что 4 года этот человек будет представлять твои интересы. Да. Он будет бороться за твои права. Он будет приходить к тебе на твой избирательный округ, не вступить в должность и забыть навсегда, откуда он вышел и где он был, а четко возвращаться. Допустим, мое мнение, это ежеквартально. Приходите слушать людей. И слушать, и осознавать, какие у них проблемы, говорить, что ты смог, чего ты сможешь сделать совместно. Ведь сегодня, вы знаете, сегодня очень много жителей нашего города, я буду говорить, за Комара, даже за свой округ, они готовы совместно решать эти проблемы, которые есть насущные у них. Они не сетуют только на государство, на власть. У нас очень инициативный народ, у нас очень трудолюбивый народ. И мы не ждем, чтобы к нам кто-то пришел и что-то починил, сделал. Да, есть крупные проекты, которые просто не потянет человек. Но так люди готовы выходить целыми улицами и заниматься проблемами своими. Это очень прекрасный. У нас была такая традиция у гагаузов. Вы знаете, я вот со своего детства помню, когда дом... Человек строил дом, собирались все соседи, у нас называлось это миджи. Все люди приходили друг к другу, родственники, соседи, на миджи и помогали, очень дружно, строили своими руками и занимались чамуром. Вот есть такой вот вид маски у нас, строительный. Знаете, я вас слушаю, и у меня создается впечатление, что все-таки, да, очень сильно отличается компания в Гагаузии от того, что было на президентских выборах.
То есть я нету такого столкновения, такого, нет. Да, вот я и грязи такое, я так понимаю. Вы знаете, наверное, устал наш народ от этого. И... Ну, может быть, дело еще, знаете, в чем? Я лично могу предположить, что нет такой проблемы геополитического выбора, как вот стояло в Кишиневе. Или гагаузы, всем понятно, куда смотрят, да? Это да. Ну, я вам хочу сказать, что... Много местных компаний были у нас не такие спокойные, но сегодня наш гагаузский народ, вот я говорю, вот это единство, оно сплотило людей. Очень во многих округах, вот вы увидите, я уверен, вопрос будет решен с первого тура. Во многих, вот так. Во многих, потому что люди объединились и начинают смотреть одним взглядом, все одним взглядом на ситуацию, одинаково. И одинаково смотреть на тех или иных кандидатов, одинаково смотреть на те или иные предложения кандидатов, которые может. Сегодня люди собираются целыми улицами, знаете, это приятно, но это все сделали, эти моменты все сделали, конечно, мобилизовали президентские выборы, и все люди, собираясь вместе, начинают обсуждать, так, кого будем выбирать, вот садятся, и с друг другом, не каждый сидит в своем доме, как говорится, своим... И смотрит телевизор, и делает выбор. Люди сегодня собираются все вместе и дружно обсуждают, вот в чем прелесть нашего народа. Мы возвращаемся к тому, мы это не потеряли, да, у нас это не, мы не растерял наш гагаузский народ, но мы возвращаемся, мы крепчаем вот этой дружбой, вот этой силой совместно, этим единством, вот это больше всего меня и радует. Даже, что говорить, сегодня мы понимаем, что от этого выбора в народное собрание, от общей работы будет зависеть вся та работа, которая будет выстроена и исполкомом Гагаузии, ведь сегодня мы четко понимаем, если будет распри между народным собранием и исполкомом Гагаузии. Вы начали уже отвечать на этот вопрос, но я хотела бы все-таки в отношении геополитического выбора еще поговорить. Вот я все время думаю, как гагаузам так удается, что они всегда выступают за стратегическое партнерство с Россией, при этом у них очень хорошее отношение, значит, с Турцией. И они все время говорят, да, и мы намерены взять и от Европы все то лучше, использовать все те возможности есть. Как вот это все удается, и нет такого вот сумасшедшего конфликта, что одна часть населения не говорит туда, вот как в Кишиневе, там, что мы давайте вот с Турции вот смотрим туда, и все, а другие говорят, нет, только в Россию. Не, вот вы знаете, я вам хочу четко сказать, Турция, турецкие корни гагаузского народа, да, общий язык, где-то в чем-то общая культура, она позволяет нам вести очень близкий, тесный диалог с турецким народом, и он нам близок, данный народ. И мы не делим, а Россия – это как старший брат, это православие, это вера. Мы всегда были рядом, и говорить о том, что вот… Это, знаете, вот как большая семья, сегодня сделать, вот да, Турция, Россия и мы, вот мы чувствуем себя как членами одной семьи, да? И представьте себе сегодня, что в семье начал ругаться брат с сестрой. Ну, я представляю, потому что у нас в Кишиневе так и происходит. Это абсурд. Ну, так и происходит, тем не менее. Вы со мной согласны? Я вижу это. Вот почему мы говорим об этом унионизме, я вот сам, почему мы щепетильно к этому относимся. Потому что мы видим, что это абсурдная ситуация. Я, допустим, лично призываю всех граждан нашей страны забыть об этих всех проблемах. Мы сегодня один народ, да мы все люди, в конце концов. И вести вот эти все вещи, это неправильно. Это просто крайне категорично неправильно. Делить, ты белый, черный, красный, еще какой-то. Зачем? Что за глупости? Это так нельзя, по моему мнению, по мнению всего гагаузского народа. Вы начали говорить по поводу взаимодействия Башкана и исполкома в целом, да, вместе с народным собранием. Вот по вашим ощущениям, новое народное собрание, оно не будет таким оппозиционным башкам, вот как вы видите, судя по тем людям, которые вот сейчас баллотируются, ведь это тоже важно. Это очень важно, и я думаю, что оно не будет оппозиционным, во-первых, потому что сама Башкан, Аллах Ирина Федоровна, очень ведет такую открытую и хорошую политику с каждым лидером населенного пункта, там, допустим, примарей, примаров. И я уверен, новоизбранный состав исполкома, она также не будет делить людей. Вот ты туда, ты сюда, ты здесь, ты наш, не ваш, нашим, вашим. Она, я уверен, она постарается внести свою лепту в сплочение народного собрания ради работы в автономии. Понимаете, не ради каких-то там интересов, а ради работы. Потому
потому что мы четко понимаем, что сегодня как примар без совета никуда, так же Башкан Гагаузии без народного собрания, без законодательного органа тоже будет очень сложно работать. Это будет тормозиться все, все плюс все, как говорят, знаете. Будет тормозиться вся система. А зачем это делать? Сегодня гагаузский народ должен осознать, что торможение системы в общем и целом ударит по нему. Ударит в обратном смысле по нему. И фракция партии социалистов, которая будет создана в будущем народном собрании, она будет вести конструктивную, повторяю еще раз, конструктивную работу с исполкомами, с главой Гагаузии. Это как должно быть, знаете, у нас как такое правило. Я уверен, конечно, если Башкан Гагаузии не будет проводить какие-то такие, ну, не те дела, которые мы не поддержим, а человек уже работает 1.5-2 года, и мы видим, что у нее позиция правильная, она двигается в развитие гагаузской автономии, и мы только будем содействовать этим всем вещам. Ну вот выборы пройдут очень скоро, да? И вот в Кишиневе президент уже официально вступит в должность. И вот ваш прогноз, как будут развиваться молдово-гагаузские отношения? Идеально. Ой. Идеально, я уверен в этом. С таким президентом, с таким Башканом, с таким народным собранием, с таким народом, народом всей Молдовы. Я уверен в этом. Ну, даже не будете ждать, чтобы досрочные парламентские состоялись? Ну, досрочные парламентские нужны. Ради того, чтобы, как говорится, укрепить результат. Укрепить его, и он, чтобы еще с большей эффективностью этот результат продвигался во благо нашего народа. Я благодарю вас за эту беседу. Конечно, желаю вам удачи. Вот, и хочу вам пожелать еще, чтобы вот весь ваш этот запал и вот эта вся энергия, которую я вас непременно, которую я вас чувствовала вот в течение нашей беседы, чтобы она вам помогала в жизни, чтобы все ваши хорошие мысли непременно воплощались в жизнь. Спасибо, что пришли. Спасибо огромное. Я очень рад, что вы меня пригласили. И приятный диалог сегодня у нас состоялся. Диалог, который, я уверен, услышат многие люди. А именно я говорю о объединении нашей нации. Это очень важно. Это очень важно. Соглашусь. Спасибо. Все, всего хорошо. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера.